10 июня, отчет для заказчика. Ну вот, план нарисовал. Вот это рисунок, да, вот получается правый верхний угол, вот кругляшочки там, да, 3 по горизонтали, вот 4 по горизонтали, да, и 3 по вертикали. Это вон те деревья знаменитые, да, где вот спортом занимались, а где беседка стояла судейская, да. А это вот такой план, да. Вот это получается участок 14 соток. Это там, где вот внутри вот этих вот спортивных тропинок было, да. Вот это вот кусок, чтобы было понятно, да. А сейчас вот резко поворачиваюсь на 180 градусов, да. Вот, на 180 градусов. Вот я сделал еще дополнительно кусок 4,5 сотки. Поэтому уже будет не 13,5 плюс 19 и плюс 4,5, да. Что там получается? У нас было 32,5, значит, будет 37 соток. Вот получается за вчера с 12 часов, там, да, или во сколько, чуть раньше начал, да. И вот сегодня получается весь день, ну и завтра что-то перейдет. Но если что, буду наступать в эту сторону. Ну, вот я имею в виду, вот это, наверное, надо будет ложить, да. Вот это надо будет, наверное, ложить, да. Вот это. А потом уже вот это, да. Это уже получается дальняя же часть, да. Получается, если зримо, то вот оттуда же, да. Ну, это понятно, что положим, да. Вот это понятно, что положим, да. А тогда вот эту траву надо высокую будет ложить, да. Ну, вот тут головняк, там вот эти дыры, блядь, там надо будет лазить между ними. Вот это, конечно, легко. Вот это придется ложить, короче, вот это, да. Ну, все, понял. Значит, это вот то, что надо сделать. Вот, а так вообще вот это положу, получается, вот это положу. Ну, вот будет вот такой кусок у нас красивый. Ну, вот это кусты положу вот подальше, вот так положу. Подальше положу. И буду вот это кромсать, вот это положу и буду кромсать вот это. Вот как раз граница знаменитые, вот эти тропинки спортивные, да, это будет граница. И буду вот этот кусок выщемлять, получается, ну, до завтра, сколько будет времени. Ну, тут дыры, тут как бы, блин, опасно. Ну, все, помогай Бог, все понятно, будем работать.